Личный состав водолазно-спасательной службы «Освод» готовится к холодам. Столбики термометра в регионе плавно приближаются к минусу. А это значит, нужно быть начеку, чтобы не допустить происшествий на водоемах. Специалисты проверяют водолазное снаряжение, погружаются в воду и привыкают к более тяжелым костюмам. Отработать до мелочей тактику поведения важно заранее. На воде, а позже и на льду случится может что угодно. В зоне риска рыбаки и желающие сократить путь через водоемы. Людей просят быть осторожными и прислушаться к простым рекомендациям. Практические занятия на спасательных станциях проводят регулярно. Работают и на выездах, например, в образовательных учреждениях и трудовых коллективах. Спасатели рассказывают о мерах безопасности и правилах поведения на воде. Они уверены, такие уроки могут спасти чью-то жизнь. Водолазы повышают свою квалификацию, переходят на зимние средства спасания, ну, соответственно, на зимнее водолазное снаряжение. То есть уже будут работать в сухих костюмах, с поддевками, потому что температура воды около 3 градусов, это уже влияет, скажем так, на здоровье людей. Хочется нацелить всех людей, которые будут, скажем так, ловить рыбу, находиться возле водоемов, аккуратно относиться к своей жизни, иметь при себе средства спасения, особенно рыбакам. Гродненская область подошла к зимнему сезону с потерями. С января на воде погибли 30 человек. Трое из них – дети. Отметим, что 25 взрослых находились в алкогольном опьянении. Спасатели в очередной раз призывают рыбаков не ходить на опасную охоту в одиночку. Рядом должен быть человек, который в случае чрезвычайной ситуации сможет позвать на помощь или оказать ее самостоятельно.